Evet, Kürdistan'ın 2500 metre yüksekliğinde olan uca ve karlı dağlarındayız. Здесь, высоко в горах Курдистана, и летом лежит снег. Через нетающие снега, через горные реки, по трудным кочевым дорогам сюда поднимаются богатые стада азербайджанских, курдских, армянских колхозов на летние пастбища, на Эйлаги. Her il bu yaylaklara millerle sürüler gelirler. Halk düşmanlarının maldarlık sahesinde ziyançılığının neticelerini lağvederek, maldarçılığın adlı sanlı adamları, partiye ve hükümetin gösterişlerini mehebbetle yerine getirirler. Çoban, İbrahim Panah Eliyev yoldaş, Azerbaycan Seyitleri Baş Senetinin deputatıdır. Deputat Verkhovnogo Soveta Azerbaycanskoye SSR, Çoban İbrahim Panah Eliyev, 85-letni brigadir Çobanov, Kaptan Cumşut, İstileni Karakişiş, награжденный орденом Ленина, это лучшие знатные люди советского Курдистана, которыми гордится курдский народ. Ленин орденiyle teltif edilmiş 85 yaşlı çoban, Hasan Cumşutoğlu'nu bütün Sovet Kürdistan'ı yakşı tanıyır. Hasan Emi, tez tez Lüper yaylalarına gelip, öz brigadasının işlerini yokluyor. Дядя Гасан с любовью зовут чобаны Эйлагов Люльпар своего орденоносного мастера животноводства Гасана Ами. О своей старой землянке, в которой он прожил 80 лет, часто рассказывает Гасан Ами. Karakeşiş kendinin Lenin adına kalkozu, Hasan Emi için taza ev dikmiştir. Новые дома вырастают повсюду в курдских селах, на месте прежних жалких землянок. Вырастают новые города. Молодой горный город Лачин построен в Курдистане при советской власти. Сюда, в районный центр, съезжаются на призыв в ряды Красной Армии молодые советские патриоты Курдистана. Совет Курдистанның генç патриотлары район merkezi olan Лачына Кызыл Ордуя çağırışa gelirler. Keçmiş yeraltı takmaların yerinde Совет şehri Лачын boy atmıştır. Кельбаджары считались до сих пор самым отдаленным и труднодоступным районом Азербайджана. Кельбаджар районының колхозчылары Тәртәр чайының мәнзәрәле дәресиле Кельбаджара yol çekirler. Bu vakte kadar Кельбаджара yalnız atla gitmeyi olurdu. Через живописное Тертерское ущелье пробита новая дорога Евлах-Кельбаджары. Первую машину, которая пришла в Кельбаджары, радостно встречал народ. Кельбаджара ilk defa gelen машину yerli ahali sevinçle karşıladı. Yeni çekilmiş yol, Кельбаджарда 10 illik мектебi
ve başka inşaatın genişlenmesine imkan verdi. Среди холодной горной реки Тертер бьют горячие источники из тесут, которые издавна пользуются широкой славой среди народов Закавказья. Ordenli doktor Kadimov yoldaş, bu suların malice için büyük ehemmiyetini söylüyor. Aman su, dünyada şöhret kazanmış karlıspat sularıyla beraberdir. İsti su, единственный в Советском Союзе источники, аналогичный по своему целебному действию знаменитым карлсбадским водам. У молодого, строящегося здесь курорта Исти су, большое будущее. Her il yayda Azerbaycan'dan, Ermenistan'dan ve Sesleri İttifakı'nın birçok şehir ve kentlerinden hasteler buraya malicaya gelirler. Karakaç yaylaklarında Halk Sahiye Komisariyatı'nın mentegesi köşerlere tıbbi yardım gösterir. Blizi İstisu, на Эйлагах Каракач работает врачебный отряд наркомздрава, обслуживающий кочевников-животноводов. Пожелаем хорошего лечения и отдыха самым высокогорным в Советском Союзе курортникам. Азербайджан сессии Баш Советнин первый сессию Кюрд халкы севинчле каршылады. Как радостный праздник встретили народы Кыргызстана первую сессию Верховного Совета Азербайджанской ССР. Kürt Halk Kukla Tiyatrı, Kilim Arası. Старинный курдский народный кукольный театр Kilim Arası, что означает между коврами, Maraloyunu, оленья игра, интересные и своеобразные проявления народного творчества курдов.
salgının sevimli aşıları, yaşıl bağlarının güzelliği, hoşbeht hayat ve büyük Stalin hakkında nağmeler koşurlar. Разнообразна и богата живописная горная природа советского Курдистана. Этот край, который в прошлом был самым бедным, самым отсталым, живет сейчас счастливой, радостной жизнью. Впереди у него еще более счастливое будущее.